последнее воскресенье ноября отмечается в России День матери. Мы решили от своего имени поздравить всех матерей. 3 месяца назад Айгуль Елаева родила дочку Камилу. Идти им было некуда. И из центра семьи их отправили в Центр социального обслуживания населения Изгелек, в котором проживают женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И сегодня в рамках акции «Мама, я люблю тебя» поздравить Айгуль с Днем матери пришли сотрудники Почты России. Спасибо им большое, Васе. Так хорошо стало. Здесь все условия есть, помогают. Мне нравится. Я пока не учусь, вот пока здесь живу, а потом доучусь. Я хотела большое спасибо сказать директору за то, что меня сюда приняли, за то, что приучили, и персоналу. Большое огромное спасибо. Ежегодно проводимый праздник Дню матери, он у нас проводится каждый раз своеобразно по-своему. И каждый раз он более значимый и знаменательный день. Будем подарки дарить и мероприятия будем сегодня проводить. Немножко ситуация сложилась нестандартно, и, может быть, их некому поздравить, некому написать им открытку, теплые пожелания. И поэтому Почта России решила взять эту миссию на себя. Мы будем вручать им открытки со словами добра, поддержки, которые написали наши сотрудники. И также вручим подарки с таким самым необходимым. Всероссийскую акцию под названием «Мама, я тебя люблю» Почта России проводит уже 2-й год. В рамках акции мы выпускаем специальные почтовые карточки с символом вот этого праздника. И любой желающий может эту карточку приобрести и поздравить самого близкого человека. Эти акции, они, я думаю, будут иметь большое будущее.